Привет, дорогие друзья, вы на канале Water Family, и я просто в шоке. У нас вчера вышло обновление, и сегодня вышло обновление. Сегодня у нас появились новые нарядики в кавайном магазинчике. На манекенчике бесплатно у нас, к сожалению, ничего не появилось, но платные нарядики просто на высоте. И, кстати, цена довольно-таки небольшая, поэтому всем советую их купить. Ну, а я сейчас буду начинать. Всем желаю приятного просмотра. Кстати, как обычно, заваривайте чае, приготавливайте вкусняшки, подписывайтесь, ставьте лайки, ну а я начинаю. Так, значит, я тут уже стою возле манекенчика, выхожу и захожу в магазин. Здесь листаю вот эти нарядики. Мне очень нравятся вот эти вот ушки у этой девочки. Давайте их активируем. Так, ну а вот уже нарядики прилетели. Смотрите, очень милые коробочки с зайчиком. Я тут уже вижу тени. Вы только посмотрите, палеточка с тенями. Давайте с них и начнем. Так, смотрите, какие нежно-розовые прикольные тени. Вот. Видите, они типа такие, как двойные, короче. Потом вот такая сумочка, она даже открывается. Корона! Очень красивая. Вот такие два браслета. И вот такие вот туфельки. Вы только посмотрите, какие они. О, платье! Это вообще просто мечта, платье. Носочки, типа чулки такие, ожерелье. Это что? О, сережки-бантики под тени. Вы только посмотрите, как это мило. Все, это теперь моя любимая одежда. Буду теперь теперь всегда так ходить. Ну просто. Ну костюм просто 10 из 10. Тени подходят под губы мои и под щеки. Давайте смотреть следующий нарядик. Значит, я первую какую-то коробочку открыла. Что это такое? Давайте я вот это вот все сложу. Что это? Это куда? Это не на шею? А, это браслет. Смотрите, браслет со звездочками. Потом, смотрите, вот такие вот туфельки с разноцветными шнурками. Я уже одела плащик и вот такие вот конфетки. Топик. Потом вот такие вот серьги. Разные штаны. И перчатки тоже разные. Это что? А, типа галстук такой. Ну, смотрите, тоже очень красивый нарядик, но только, как по мне, то вот эти украшения на голову сюда не очень подходят. Даже, я бы сказала, совсем не подходят. Ну и последний костюмчик. Что у нас здесь? Так, тут, о, смотрите, кольцо, звездочка. Как это красиво. Потом вот такие вот балетки. Ушки вот эти вот. Типа как заколочки. Сумка-зайчик. Юбочка с чулочками с такими, наклеечки, звездочки, значит, топик, тоже серьга, браслет и носки. Так, где носки? Я не могу почему-то достать носки. Так, вот носки. Вот, вот так вот. Давайте снимем плащ, чтобы это все рассмотреть. Очень тоже красивенький нарядик. Но мне больше всего понравился вот этот первый с короной. Давайте его, наверное, и наденем, потому что мне очень понравилось то платье. Смотрите, у нас всю сумку сложилось. Очень прикольно. Но нарядики вообще на высоте 10 из 10. Даже эти нарядики мне понравились больше, чем в магазине в том, в другом. Так, ну а я уже переоделась. Вот такая вот я милашечка. Осталось только платье одеть. Ну вот и все. Все, мы теперь с вами красотки. И сумочку возьмем в ручки. Тоже все очень прикольненько. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое вот видео у меня получилось. Я надеюсь, что оно вам очень понравилось. Теперь вы знаете для себя, нужны ли вам эти костюмчики или нет. Мне лично они очень понравились. Ну а дальше вы уже решайте сами. Всем пока-пока. Всех люблю. До скорых встреч на канале Avatar Family. Вы у меня самые лучшие.